КФУ продолжает серию мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей. Музеи университета приготовили собственную программу, которая имеет познавательный характер. День обычно начинается с зарядки. И зарядка, которую придумали сотрудники музея истории и воплотили под руководством Рании Хазиахметовой, она воплощает образы университета. Университетские колонны, бюсты, памятники будут занимательные мастер-классы. Например, мыльная опера, где ребят научат делать мыльные пузыри, заведующие музеем Казанской химической школы. Очень занимательный мастер-класс сделал художник музея истории Максим Медведев. Вместе со своим сыном Дмитрием он рассказывает, как сделать солдатиков из пластилина. Кроме того, сотрудники музея проведут онлайн-экскурсии по выставке «Первый русский астроном», во время которой можно будет узнать, чем питались участники первой русской кругосветной экспедиции. Лилия Талипова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.